здравствуйте. Мы пытаемся начать не программу, пытаемся начать целый проект «Труба», а ты все время отъезжай, наезжай, потому что иначе это не, билиберду эту не смонтировать. Мы решили начать проект «Труба». Зачем мы его решили начать, вот расскажет редактор. Чтобы жить было интереснее, радостнее, и чтобы все события приходили к нам через трубу. Значит, мы пытаемся начать новый проект под названием «Труба», который будет знакомить вас с новостями другой музыки. То есть, а что такое другая музыка? Ну, музыка, которая вылетает из трубы. А труба – это инструмент сильного звучного тембра. А на самом деле всего лишь музыкальные новости другой музыки. Скажи эту фразу еще раз. Еще раз, скажи эту фразу. Ну, такое же самое. Вот мы нашли эпиграф в культовом фильме, ну, про Ассу. Мы нашли эпиграф в культовом фильме. На самом деле проблема общения еще та проблема, поэтому мы поискали и нашли эпиграф в одном культовом фильме. Вы его узнаете. А это the communication tube. Что? Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в position number one. Ты туда говори, а я сюда ухом. Давай, говори. Вот такое. Одни снимают на обочине, другие во врагах, третьи в лесах, а четвертые на крыше около всякого рода ржавых труб. Но люди-то существуют. Ну да, с этим приходится считаться. А случилось это 6 ноября в экс-рисхме, ныне именуемом механическим, по-моему, университетом. Как видите, даже университеты и институты взяли себе моду рок-групп распадаться и переименовываться. Вход был бесплатным, так как все расходы взяли на себя отцы города. За стрельщиком самопроявления молодых талантов был Центр творчества молодежи при патронаже Департамента молодежного образования. Длительное воздержание спровоцировало, смешало в одном коктейле и начинающих, и ветеранов, и кабацких ремесленников, и как бы таких доморощенных авангардистов. Я увидел половину, как минимум, групп, о которых я понятия не имел совершенно. Значит, кто-то там в подвалах что-то делает, да? Так это здорово, это не так плохо. Хочется вот такой молодежной революции? Может, тут какой-нибудь будет взрыв очередной, какой-нибудь там? Взрыва не будет. Взрыва не будет, потому что для того, чтобы произошел взрыв, я думаю, что нужно несколько лет. А вот и эти несколько лет, они не произойдут хотя бы по той причине, что для этих нескольких лет нужно устраивать раз, это мифологию. То есть создавать вот все вот эту среду, которая жила бы этим. Пускай не музыка, пускай просто околотусовочная. То есть тусовка как питательная среда. Да? Это миф. Это миф, это вот та самая... Ты не говоришь, что все слово миф, потому что мы вспоминаем этих древнегреческих голые статуи. Говори что-нибудь попроще. У нас передача, телевидение, видишь, телевидение. Люди телевизор включают, слова попроще. Телевидение, это тоже миф. Участвовали 10 групп, прошедших предварительный отбор, и 4 гостевые команды. В основном это были англоязычные группы Reds, Vagabond, Бродяга, Psycho Family, Carthagen, Pride, Cannon Fodder и прочие. Обилие английского языка, но у нас сейчас, к сожалению, даже чаще в трамваях молодежь ругается на английском языке. Это процесс умирания национальной культуры, он, видимо, неизбежен. Длится он уже 2000 лет, поэтому я спокойно смотрю, да? Я спокойно смотрю на это. Вот. Ну, а с другой стороны, вот так. Скажи, пожалуйста, вот еще немножко об уровне этих групп. Разные ведь, есть очень симпатичные команды все-таки. Не так все страшно. На мой взгляд, есть очень симпатичные команды, которые очень замечательно, профессионально играют. Вот Psycho Family, я им прощаю английский язык, потому что в данной ситуации он не носит действительно никакой смысловой нагрузки. Это хардкор, энергетический. Это имидж такой. Они имиджем и артистизмом своим как бы это все сглаживают и убивают. То есть тут на самом деле в Америке тоже очень много групп, которые поют абракадабру, полную абракадабру. И это проходит, это идет такой передозняк, овердрайв, когда человек уже нажрался амфетамина до такой степени, что ему пофигу, что тут там на русском. Кстати, есть такая фенька в Детройте. Некоторые команды даже выучили по несколько предложений и поют замечательно на русском языке. Я иногда вижу... Они бы могли встретиться, да? Обменяться текстом. Я думаю, все-таки придет обратный процесс, когда в Америке все как дураки начнут петь вот эти наши русские шлягеры. Акционерное общество «Истории в стиле рок» готовит программу, которая будет называться «Очень длинно» или «Длинно». Длинно. «Нашествие английского языка в страну казаков». Познакомить вас с семейкой психов Psycho Family в этой программе нам не удалось, так что смотрите в рубрике «Крупный наезд» их в следующий раз, в следующей трубе. Вот так вот.
Дело в том, что мы не романтики и мы не рок-н-ролльщики. Мы хардкоровцы. А вот Бондаренко, не смеши нас. Еще есть новость, которую нам поведал господин Реднов. Кто это такой? Это Александр Реднов, хорошо известный слушателям Радио 103. Несмотря на издевательства нашей съемочной группы, Александру Реднову удалось донести до нас и до вас новость. Новость о выпуске компакта или кассеты ростовских групп. Идея заключается в том, чтобы вообще что-то произошло, чтобы что-то случилось в Ростове-на-Дону в плане музыки, в плане, не знаю, можно сказать, шоу-бизнеса. А что касается самой кассеты, то там будут записываются уже где-то половина команд, которые там должны будут участвовать, они уже записались. Будет ровно 11 групп, и что касается выбора, вот, который передо мной стоял, я пытался выбрать команды, которые на сей момент действительно действуют, которые могут прийти, встать и сыграть нормально. То есть это не воскрешение каких-то команд мертвых, давно забытых. Единственный вариант не такой, это группа Пекин Роу-Роу. Кто уже записался? Записались группа «Спутник Восток», записались «Люди Красного Дерева», записались команда такая есть, «Коллекция снов». Записалась группа Pride. Группа Pride, кстати говоря, будет единственная команда, которая спела песню на английском языке. У них иначе просто-напросто не получается. А все остальные, естественно, будут это все делать на русском языке. Остальные кто? Остальные, в общем, сложно представить, конечно, сборник ростовской музыки без группы ТНН. Сложно, опять-таки, представить сборник ростовской музыки без группы Апогей. Вот она, я думаю, что завтра запишется в студии. Это будет изначально большим тиражом кассета, достаточно большим тиражом для Ростова-на-Дону кассета, компакт-кассета, которая будет продаваться, но и некоторое количество компакт-дисков, которые будут использоваться как материал промоушен такой. Наверное, назвать нужно людей, которые работают, с которыми я работаю, которые работают вместе со мной. Это Олег Гуменов, вернее, студия «Эпос» в лице Олега Гуменова. И есть такая штука, ассоциация сиреневых точек, которая заполонила весь центр города Ростова продажными такими точками кассет всевозможных. Мне непонятно, почему это не произошло, скажем, 2-3 года назад или, скажем, год назад. Вот. Я думаю, что это должно было бы случиться намного раньше, чем это вот делаю я, скажем. Ну что же, Саша, большому кораблю большого плавания. Еще одна интересная новость. Наш город, как выяснилось, посетила известное такое знаменитое варьете «Тройка». Никто не заметил это событие, а оно нам показалось очень музыкальным, очень сексуальным и очень заметным. Мы о нем сделали небольшой сюжет. Легкую эротику, приправленную кухней ресторана «Интурист», демонстрировал замечательный шоу-балет «Тройка» из Санкт-Петербурга. Самые дорогие столики оказались незанятыми, и публика предавалась вуайеризму с боковых точек. Сексуально-танцевальные флюиды источали абсолютно все номера шоу-балета. И царственно-похотливый Наполеон, и изнемогающие кошки в «Принце», и сладострастный Восток. Страсти разгорелись вокруг эротичности шоу или шоуизации Эроса. Правда ли можно назвать балет «Тройка», знаменитый балет, эротическим балетом? Нет, вы понимаете, элементы эротики у нас присутствуют, но все-таки мы не эротический балет, мы шоу-балет. И поэтому мы делаем направление у нас на шоу, а не на эротику. Эротика может быть в другом месте, можете посмотреть в другом месте эротику, а мы шоу-балет. То есть вот та чувственность, которой как бы полны ваши номера, это все-таки не есть эротика? Да, это классическая программа варьете, у нас есть и вальс, и, в общем-то, такие есть антре, и, в общем-то, может быть, есть какие-то номера, которые несколько обнажают тело, но это все-таки не эротика, это шоу. Эротика вкладывает что-то эротическое в наши номера, в наши движения, там, а как бы эротики прямо, вот эротики такого у нас нет. We'll be right back.
дело в том, что, видите, искусство, большое искусство, по большому счету, никого не оставляет равнодушными. Поэтому, если человек несколько холоден, то я думаю, что внутри у него уже жар. Говорят, что о вкусах не спорят. Если не спорить о вкусах, то о чем же еще тогда вспорить? Подумали мы и решили отправиться к милиционерам, чтобы узнать, чем они болеют. Ну, в смысле музыкальных пристрастий. Розенбаум, под гитару, старая его песня. Ну, я, в принципе, люблю Лесоповал. Ну, и такого плана песня. А ваш напарник? Что-нибудь посильнее. Вроде Металлики. Кока Джамба или как она там? Ну, Высоцкий мне нравится, мне кажется. Вот и скажите, Высоцкого. Вот или Кока-Джамбу, или Высоцкого? Нет. Высоцкий песен нет, Кока-Джамбу, за Кока-Джамбу меня повесили сначала. А чтобы героя сюжета не повесили, мы скрыли лицо мозаикой. Через узаконенный стандарт музыкального устава УВД, в который входит, как вы видели, Розенбаум, Лесоповал, Высоцкий и прочие приблотненные, прорываются росточки неуставных музыкальных пристрастий вроде Металлики и Кока-Джамбу, что само по себе замечательно. В нашей программе «Труба», в нашем проекте «Труба» есть рубрика под названием «Хвастун». Это рубрика для тех людей, которым не стыдно похвастать тем, что они делают. В области музыки, конечно. Первый герой нашей рубрики, первый большой и крупный хвастун – Андрей Баскаков, диджей. Свобода! Свобода! Будущее России! Всем большой привет, меня зовут Андрей Баскаков, и вот он, тот самый компакт-диск, который я выпустил первым в Ростове-на-Дону. На этом компакт-диске есть очень много интересной музыки в стиле прогрессив хаус, в нашем родном городе это впервые. Да, вот этот компакт-диск, вот в такой очень красивой обложке, в очень красивой обложке, выпущен на студии «Союз» в Швеции тиражом более 2000 экземпляров. Для Ростова это вообще фишка, просто не имеет на самом деле аналогов, вот, и в принципе для «Союза» тоже, потому что на компакт-диске Борис Ельцин, который сэмплировался у нас буквально в студии. И здесь первой вещью у него песня, которую вы все слышали и по московским радиостанциям, и по нашим. Я очень горд, что Радио Су-3, я, Андрей Баскаков, помогли нашему президенту быть президентом. Вот. И сейчас этим компакт-диском я вам свечу, освещаю вам я путь в будущее. Да. Этот компакт-диск, который называется «Free in a House», сделал я, мои друзья, фирма «Сатурн», «Радио Су-3» и студия «Союз». И это действительно первый качественный продукт в Ростове, которым не грех похвастаться. Верю в ваш характер, я верю в вас, верю. А также у нас есть еще небольшой анонсенс. И вот анонсенс заключается в том, что мы снимаем такой триллер телевизионный, который называется «Смерть по телефону». В этой программе снялась группа под названием «Nesta City». Они выступили как актеры, и мы подготовили двухсерийную захватывающую историю жизни и смерти молодого человека в таких странных мистических обстоятельствах. Так что смотрите все это. 30 ноября по второму каналу. Чего? РТР, да. В этом фильме очень много крови, немножечко секса, много сладостей и очень много музыки.
Наоборот, в этом фильме мало музыки, много секса, очень мало крови. И, в общем, смотрите, 30 числа увидите. Не слушайте его, кто сидит на трубе. Хорошо. В этой программе мы решили показать клип, который мы получили из Москвы. Он сделан московским как бы режиссером, таким ОРТшным. Но музыка в нем ростовская, это музыка легендарной, ставшей очень хорошо известной за пределами нашего города, группы «Пекин Роу-Роу». О ней уже упоминал господин Реднов, по-моему, да? Именно поэтому мы решили показать клип. Как он называется? Клип называется «Ангел», и это клип, снятый уже после смерти Сергея Тимофеева, группа «Пекин Роу-Роу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.